едем с вами в библиотеку. Дай им кафе, которое называется. Наоборот! Сейчас мы с вами находимся в городе Тольятти. Мы едем с вами в тайм-кафе, которое называется библиотека. Вот они, библиотеку, которая называется тайм-кафе. Тайм-кафе, да, которое называется библиотека. И мы туда... Там, в общем, фиксированный чек, как бы платишь определенную сумму и целый день можешь там находиться. А в винегрете не так. В винегрете надо платить именно столько, сколько ты там сидишь. Там только один день, так. А тут всегда винегрет дороже. Здесь вот сейчас 18 квартал и 15 квартал. Здесь 15, тут 18, да? Это 15, это 18. Как это распределяет, вообще не знаю. Такая жарень. Очень жарко, да, на улице. Вчера синоптики говорили, будет 20. Посмотрел по термометру, плюс 30. Что-то жаркое лето в этом году. Очень, да. У нас лето каждый раз жаркое, что-то. Да, блин, это где Краснодар? В Краснодаре там дольше жары, наверное. У нас, наверное, но там так же жарко, как тут. У нас дней меньше, у них больше, но жара такая же. Жара такая же. А чё? Там зажаришься, а зима там не зима. Зимой должен быть снег, а не слякоть. Сейчас мы сначала заедем, возьмем покушать туда, в это тайм-кафе можно со своими продуктами прийти. Ну что-то покушать, да? Там будете целый день находиться. Мы поэтому сейчас заедем, покушаем, возьмем с собой пиццу. Я же. В пиццерию в нашу едем. Там дешево и вкусно. Можно взять с собой. Я думаю, мы там возьмем, когда проголодаемся, там кафе потом можно будет перекусить. Там чай, кофе бесплатно, можно будет не только попить чай, а и покушать. Сейчас я немножко... Это, давай, это помнишь, да? Звонят, короче, помнишь, Джамби, он говорит... Ошиблись номером, у нас ДНК. Допуск не каждому. Сириус. Я угадал. Где? А вон. Это Сириус. Смотрите, мы взяли пиццу. Та-дам. Вон она там лежит. Классная, в общем, горячая. Только что прям из печки. Марсель дышит вон в окно. Жара. Я не включала. Это ты включила. Смотрите, мы здесь. Мы уже здесь. Но не работает библиотека. Хотя здесь написано, видите, пятница с 12 до 5 ночи, с 12 дня. А вчера мы узнавали, что она работает с 12 дня. Специально сегодня приехали. Вот. Все закрыто. Не знаю, что делать теперь. Марсель нам звонит. Смотрите, здесь летнее кафе. Столики стоят на улице. Никого нету пока. Видимо, вечером люди придут. Сейчас жарко. Ну, пока никого нету. А мы ждем, не можем дозвониться, представляете, и никого нету. Только гудки. Только гудки идут. Вот мы стоим. Всем здравствуйте. Помните, мы ездили с Марселем в тайм-кафе, которое называется «Библиотека». Вот мне сейчас пришло сообщение, мы же написали на сайте отзыв, то, что мы стоим возле дверей, ничего нету, никого нету. И тем более за день до этого мы вечером приезжали и спрашивали, как они работают, со скольки до скольки. Нам сказали с 12 дня до 12 ночи. Вот. Мне пришло сообщение.
Здравствуйте, это беспокоит инвесторы библиотеки Тайм-кафе. Приношу свои извинения в связи с временным закрытием на реконструкцию библиотеки. Управляющий не повесил табличку о временном закрытии. Еще раз извиняемся, пишут. Ну вот то, что управляющий не повесил табличку и там реконструкции, мы были вечером, можно сказать, за день. Там все отлично, все работает, никакой реконструкции, ничего нам не говорили. Хотя мы спросили, сказали, что хотим приехать. Потом еще раз написал другой человек. Добрый день, просим прощения, что сегодня вы не смогли попасть к нам. У нас ведутся технические работы. Скорее всего, на весь день. Вот. Прошу прощения за неудобство, написали. Так что так вот. Но то, что не повесили табличку и не сообщили, это, конечно, ужасно. И когда им звонишь, там ничего не было реконструкции. Когда им звонишь, никто не берет трубку телефона, и внутри никакой реконструкции не было. Какие работы там ведутся, не знаю, но людей вообще не было там. Просто все закрыто было. Вот. Поэтому не знаю, правда это или неправда. Ну, среагировали на наш отзыв там. Такое, что недовольны мы на мой приехали. Да, у меня Марсель писал отзыв. Я за рулем в это время была, потому что нам надо было срочно ехать. У нас время было в обрез. Вот. Так что новое кафе открылось. Думали, пойдем посмотрим, вам покажем. Но не вышло. А сейчас мы с вами гуляем. Вывод такой. Мы не рекомендуем там кафе-библиотека. Смотрите, мы пришли на площадочку. Такая площадка. У меня здесь ребенок балдеет прям. Вот можно в разные игры здесь поиграть. Это кружочек есть. Можно туда позакидывать баскетбол. Можно полазить, можно покататься вот на этой штуке. Ну, нет, ну надо мячик. Демонстрирует, что можно сделать. Вот, очень хорошие площадки, когда вот так ставят, детям энергию девать некуда, и так интересно. И подтягиваться можно, подтягиваться. Это очень тоже развивает руки. Он подтягивается, научился, прям вообще целыми днями теперь подтягивается. Ну, еще что-то покажи, как вот на этой покататься, красной, вот как вот скатываются. В общем, детям есть чем заняться, когда такая площадочка. Мы уже сегодня выходим сюда второй раз. Где девчонки лазили, тоже играли. Не едет? Едет. А, так медленно должно быть. Так что вот, можно покататься. Очень здорово. Ой, как больно. Ну все, слазил уже. Уже приехал. Так, что еще? Ну все, на кольцах ты покрутился. Там ты поиграл, тут ты поиграл. А там и там. Ну где ты еще хочешь? Давай. Наверху вот можно полазить. Где? А, вот на этой штуке, на железяке. Скользко, когда в штанах, да? Соскальзывает, когда в штанах, надо шорты. Я в шортах? Надо в коротких шортах. Так. Вот тут. Я прыгну. Тут пропасть. Хоба. Потом. Брусья стандартные. Угу. Вот так вот я не могу, мне прям руки больно. Я пробовала там залезть, это вообще, конечно, нет. Я так вообще не могу, у меня сил-то нет, я вон повисела чуть-чуть. И все, на турнике, руки уже больно. Всем привет! Желаю всем отличного настроения. Мы сейчас находимся в Тольятти.
Я тут у папы дома лежу на подушках. Так хорошо. Так что желаю, чтобы вам тоже было хорошо, чтобы у вас было отличнейшее настроение, чтобы все получилось на этих выходных. Всем пока.